Привет, зритель. Где-то год назад я хотела купить одну штуку. И даже думала, надо мне, не надо, хотела еще с поп-фильтром. Помнится, проводила то ли опрос, то ли что-то в этом роде в сторис в Инстаграм. Поняла, что оно мне не надо. По крайней мере, с фильтром. Звуковым фильтром, или как он там. Короче, и в какой-то момент, когда у меня случился запрос на АСМР в виде мунбанга, чтобы было видно, что я хаваю поближе, ну, я обычно как бы приближаю на камере, когда управляю с телефона, что я хаваю в мунбанге, чтобы было меня слышно, как я это чавкаю. Типа такой АСМРный мукбанг. И я загрузилась, думаю, у меня вот как бы мой последний АСМР заснятый вот с картами как раз обычными игральными, с пасьянцами шуточными. Кстати, зритель, если ты еще не смотрел это АСМР, и при этом ты по АСМР, и на моем канале смотришь АСМР, глянь это АСМР и задай 3 вопроса, на которые можно ответить да или нет. Только не забудь, что это шутка. Короче, у меня там микрофон, пушка, и у него, ну, небольшой такой проводок, мне только-только хватало, чтобы от штатива, где стоит камера, на которую я сейчас снимаю, до штатива, на котором стоит микрофон, вот оно вообще впритык было. Прям на задних, на пальчиках, на ногах оно стояло, можно сказать. Вот как на цыпочке встаешь, вот так оно стояло, этот штативчик. И я поняла, что как бы это не вариант эту пушку поставить. Но она, конечно, может ловить там будет, но она при этом может ловить еще какие-то звуки. У меня есть микрофон с гарнитурой. Этот наушники, гарнитура, но я не очень представляю, как вот хомячить, и тут еще микрофон торчать будет. Я не прониклась. Я подумала приобрести петличку. У меня когда-то была куплена петличка ксилин, такое говнище в ДНСе мне там посоветовали. Это понимаю, что люди вообще профаноиды. И оно было, ну, совершенно некачественное. И я поняла, что петличка не мой вариант. Мне как-то, ну, не подходит мне петличка. Есть 5-канальный микрофон на видеокамере, но не факт, что он с такого расстояния уловит все. Я пришла к выводу, что мне надо что-то такое. Я еще год назад хотела... Ну, не совсем такой. Мне, я поняла по характеристикам, что мне оно не подходит, мне тупо нравился дизайн. Даже не то чтобы дизайн, а серебристенький такой, серебристая сеточка. Короче, я очень хотела почему-то микрофон Trust именно этой фирмы. И что-то вот так хотела, и тут вдруг внезапно купила. Спасибо всем, кто донатит мне на канал. Поддержку вашу финансовую. В принципе, благодаря ей это случилось. С одной стороны, он на Озоне стоил как-то прилично. С другой стороны, я что-то лазала. У меня случился какой-то купон на этом Озоне внезапно. И купон действовал там несколько часов еще на скидку. И он мне обошелся довольно бюджетно. 700 с чем-то рублей. Ну, чуть меньше, чем 800. Это у нас Trust All-Round микрофон Stars. 2,5 метра. У него выключается и включается звук. У него есть переходничок, можно подключить, допустим, к телефону, ну, к смартфону или к ноутбуку. Я это протещу потом чисто с камерой. Я хотела изначально протестить с камерой и с ноутбуком, но, может быть, я отдельный тест сделаю с ноутбуком уже так. В общем, я его на Озон забрала, там проверила. Мне не суть важно было, чтобы клавиша была выключение-включение микрофона, потому что я как-то так забыла, как пользоваться гарнитурой, и выключила этот микрофон, подумав, что это я просто выключаю наушники, но там выключалось все. Мне, по сути, надо было, чтобы провод был подлиннее. Ну, можно было поставить вот микрофон, камера там где-нибудь 1,5 метра. И по возможности, чтобы был переходник, если, допустим, его к ноутбуку подключить, потому что иногда вот мне в деревне надо, чтобы я сидела, допустим, с гарнитурой, писала что-то и слышала это. А иногда вот просто, чтобы микрофон туда подключить, хотя у меня на и том, и другом ноутбуке, по-моему, даже на нетбуке отличные микрофоны, но просто иногда ж такое надо. В общем, я тут говорю, а надо показать, да. Конечно, он немножко такая рваненькая коробочка пришла. Чуть-чуть. Но мне уже так везет. У меня и кольцевая лампа была слегка рваненькой коробочки. Но мы же не коробочку будем юзать, а микрофончик. Я не из тех людей, кто будет сдавать покупочку обратно, отказываясь от нее только потому, что там коробочка помятая. Мы ж не коробочку юзаем, да? В общем, вот он. Там инструкция по применению, еще какая-то бумажинка.
Ну да, тут как-то юзается. Куда это подключается? И даже как это настроить при случае в винде. И, видимо, даже как это настроить... Нет, тут Windows 10. Я думала, что, может, тут на ведроиде написано. Да, тут на Windows 10, 7, 8, как это настроить. На мое счастье, у меня Windows 10. И она не сможет обновиться до Windows 11, потому что ей места не хватит. Так, еще тут у нас... Я вообще не знаю, почему мне именно трасс хотелось. Я пересмотрела, у него две линейки микрофонов. Искала именно, чтобы в камеру можно было ставить, потому что есть те, которые с USB. В общем, тут или инструкция по применению, или как бы, что с ней можно делать, а что с ней нельзя делать. Вот оно. Тут у нас треножка, да, еще мне надо было треножку, чтобы куда-то это... Я хотела именно, чтобы микрофон был настольный. Тут у нас треножка. Вообще он идет как бы стримовый микрофон. Ну, у меня на обоих вебках отличные микрофоны. Ну, при случае, если что, можно прикола ради и постримить. Оно как бы и сюда, и сюда. Довольно тугое. Переходничок. И да, у него сам вот этот хвостик у микрофона позолоченный штекер 3.5 джек. Вот тут у нас под наушнички и под микрофончик. И сам микрофончик. В итоге я нашла себе то, чтобы меня устраивало по дизайну, по цветовой гамме и по характеристикам. Штекер, микрофончик, он, off. Сейчас я, да, вот это вот металлическое, сейчас я попробую его протестить на камере. Но я думаю, что при случае этот фильтр можно, поп-фильтр, прикупить и прикрутить каким-нибудь там образом. Ну и главное, что тут провод идет прямо отсюда, а не втыкается, там лишние втыки-недотыки. Он довольно плотный, толстенький такой. Раз, два, три. Я его подсоединила. Я уж подумала, вдруг он у меня не влезет. И придется покупать переходник на переходник. Ну, чтобы в камеру воткнуть. Там кошка завывает. Так как она у меня очень любит играть с проводами, то я как бы ее не пускаю сюда. Привет. Будем учиться им пользоваться. Можно ли сильно вблизи подставлять или вот так стоять? Привет, привет, зритель. Я его сейчас направлю туда. Он может услышать, как она скребет дверь. Так, что такое, чем поскребить-то? Ну, судя по тому, как у меня на камере бежит бежалка, он улавливает это. Вообще он динамический. Так, почему-то у меня камера свет желтит, хотя он, по идее, должен быть белым. Совсем желтый. Во, вернулись на круги своя. Я же с лампой бежу. Тихо.
В общем, короче, скажешь мне свое мнение относительно того, как прошел тест. У меня не то чтобы горло болит, оно не болит. Но когда я начала шептать, я поняла, что я могу кашлянуть. Как бы на улице холодно. Балкон у меня... Ну, я выходила на балкон достать бульон, кастрюлю с бульоном замороженным. И там, блин, такой дубак, там минус 12 градусов на балконе. У меня слегка была открыта форточка, так чуть-чуть совсем на окне, на моем пластиковом на кухне. И я вовремя ее не закрыла. Я поняла, что мне дует, но у меня ногти накрышены, я не могу встать и закрыть форточку. А до этого сижу, на мне кошка, если я думаю встану, то она будет недовольна, что я и 15 минут не посидела с ней, ее гладя. Точнее, даже не гладя, она сидела и мурлыкала. Прикольный, да? Маленький, серебристенький. У меня он тут только один ноготь вот так сделан. Полоса такая поверх фиолетового. Да, на губах у меня помада от Faberlic от Лёлечки. Номер помады я не помню, потому что помада лежит на кухне. Кстати, зритель, я сегодня, кажется, снимала свой завтрак. Я два дня подряд стою в какую-то... Просыпаюсь в какую-то дикую рань. Встаю, да, я все еще тестирую микрофон. Встаю, значит, где-то то полвосьмого, то чуть раньше. Делаю гимнастику, иду под холодный душ, умываюсь, хаваю, потом вырубаю где-то часа через три. Так вот, я снимала на стедикам с телефона... Управлятель... С телефона, с приложения... телефоном маленький ролик завтрак, и то же самое еще в Инстаграм скидывала, тоже со стадикама снимала. Я, правда, его еще не смонтировала, этот ролик, но что-то ты ничего в комменты не сказал, дрожала у меня там лапа или нет, потому что стадикам, во-первых, он тяжеленький. Во-вторых, вот сейчас у меня лапа дрожит сама по себе. Во-вторых, у меня там тоже слегка дрожала лапа, но... Я как-то приноровилась, и вроде как кажется, что вот он не очень так вот прямо этот телефон лежит, но он как-то это... Я почти запомнила, как им пользоваться, этим стедикамом. Ну, по крайней мере, я вспомнила, что верхней клавишей можно управлять камерой на себя, от себя, фотка, видео и что-то еще. Нижней кнопкой я пока еще не совсем освоилась. Там еще одна есть кнопка, но я ее вообще пока не освоила. В общем, вот такой у меня обзор микрофончика от Rust All Around, микрофон Stars, 2,5 метра кабель с включением-выключением микрофона. Всем спасибо за просмотр, я сейчас на вытянутой руке его держу, слева по борту, сейчас на правой подержу. Ну и это, пока! Эй, зритель, поставь лайк, пожалуйста!